там тоже прикольно. Вид, конечно, божественный. Внизу что за горы? Горы? Ну, не горы, а город, деревня, село, поселок. Вид, конечно, открывается обалденный. Сидели ангелы. Говорят, эту гору спустили золотые ангелы. И распилили золотой пилой всю. Пилили. Золотой пилой. А там, кажется, какой-то с носом сидит. Так. Вверху слонит. Горы, как действительно, как будто специально их вытачивали. Красота аж дух завораживает такое. Мы сейчас на высоте 720 метров. На самый верх, конечно, подняться трудновато. Опять и какие-то сапожки. Или что это? Ну вот какой-то кренделек на скрипке. Такой зеленый. Похож на «Властелина колец». И ушастеньки, да. «Властелина колец». Моя прелесть. Моя прелесть. Это не скрипка, это контрабас. Это какой-то пэй. Савос или кавос. Да это может быть каталонский язык.